Ну вот время пришло поговорить о нарядах. Я думаю, что большую часть прекрасной половины это очень волнует. Ведь как встретишь Новый год, от этого будет зависеть наше настроение. И поэтому нужно очень постараться. И в этом нам поможет наша гостья, дизайнер Мархамат Умарова. Доброе утро, Мархамат. Доброе утро. Очень рада вас вновь видеть в нашей студии. Благодарю вас. Я тоже очень рада. Я думаю, что сейчас нашим телезрителям очень интересно, как встретить Новый год, в каких нарядах, и что приветствует 2016 год. Во-первых, я хочу сказать, что Новый год – это домашний семейный праздник, и все зависит от того, где вы встречаете Новый год. Если это в семейном кругу, то это предполагает одни наряды. Если это где-то в ресторане и в большой компании, то это другие наряды. В любом случае, так как этот праздник и празднование длится целую ночь, то наряд в первую очередь должен быть удобным и комфортабельным. И, конечно, чтобы чувствовать себя празднично, я думаю, что хорошо было бы иметь платье. Это может быть красных цветов, это может быть что-то с блеском, темно-синие цвета, которые модны в этом сезоне. Это могут быть комбинезоны из бархата, брючные или платья из бархата. А выбора здесь много, но самое главное, чтобы это было очень комфортно, удобно. И, конечно, красивая обувь на высоком каблуке, аксессуары яркие. Может быть, дерзкий на Новый год, да, это тоже можно себе позволить. И такой яркий макияж. Но я думаю, что раз это семейный праздник все-таки, да, женщины большую часть на кухне, как пока готовятся к празднику. Ну а потом, я думаю, что все равно это праздник для всех, и все должны нарядиться и быть красивыми, да, встречать Новый год. Конечно, и самое главное почувствовать ощущение этого праздника именно в кругу семьи и почувствовать всю красоту этого дня и иметь хорошее настроение, чтобы был хороший посыл на последующий год. Ну, я думаю, что даже, может быть, члены семьи, дети могут одеться даже в карнавальные костюмы. Я думаю, да, это только украсит праздник. Конечно. Ну, а что будет модно зима, весна 2016 года? Наверное, нашим телезрителям тоже это интересно. Ну, я хотела бы в первую очередь затронуть обзор модных тенденций, начав с цветов. Их достаточно много, но я для наших телезрителей подготовила обзор и подготовила рейтинг 7 самых таких актуальных must-have цветов. Первое место среди этих цветов занимает сине-зеленый, богатый, роскошный цвет. Его называют сине-зеленый, это изумрудные оттенки, до зелено-синего, это уже больше бирюзовые цвета. Эти цвета очень хорошо смотрятся в металлизированных, в таких тяжелых тканях. Они создают интересные эффекты, кстати, что тоже можно использовать в новогоднюю ночь. Вторым цветом я бы назвала оранжевый. Оранжевый цвет не сам по себе, а все оттенки оранжевого. Это от ярко-оранжевого до спокойного янтарных цветов и до спокойной охры. Такие цвета земли. Следующим цветом я бы назвала бы ярко-синий. И все три великолепных оттенка этого синего. Королевский синий, ультрамарин и электрик синий. Эти цвета роскошны сами по себе и дерзкие. Но я бы порекомендовала бы в этом сезоне, и must-have этого сезона является пальто из синего цвета или, может быть, даже шубу, что было бы еще лучше и актуальнее. И, например, очень великолепная шуба была в коллекции Исей Мияки. Это может послужить примером для наших телезрителей. Следующим цветом я бы назвала цвет марсала. Это темно-бордовый, вишневый такой цвет, цвет бордо, бургунди. Он был must-have и был прям фэшеном прошлого года. И как бы сохранил свои позиции на 2016 год. Во всяком случае, осень-зима точно. А в украшениях, наверное, тоже, да? Вы продолжите? Вот я, кстати, хочу сказать по поводу... Это уже следующий цвет, который... Это пурпурные и фиолетовые цвета, которые уже не являются трендом этого сезона. Но почему я говорю, где женская логика? Почему я говорю об этом цвете? Потому что он великолепен как на втором плане, как цвет аксессуаров.
это сумки, ремни, платки, какие-то украшения. Они великолепно дополнят цветовую гамму вот этого года и будут смотреться очень выразительно в вашем гардеробе. Следующим цветом является темно-темно-синий цвет. Это такой роскошный, богатый королевский цвет, такой таинственный, я бы сказала. Он великолепно смотрится тоже в замше, великолепно смотрится в мехе. И в то же время в тонких прозрачных тканях. Это опять же рекомендация к Новому году. Великолепно темно-синий в прозрачными тканями, легкими, будет очень хорошо смотреться. Следующим цветом я бы назвала такой вот мой любимый цвет, я сказала бы, пудренно-розовый цвет. Вот в котором сегодня я сейчас, одном из оттенков, как дизайнеры называют, то кашемировая роза, институт Пантон дает такие красивые названия. Это может быть бежевый, более пудренный, более розовый, серо-розовый, такие вот мягкие оттенки. Угу. Это какие-то тоже сочетания, наверное, тоже с этим цветом. И вот я хочу вам сказать такой главный секрет. То, что все цвета, которые я назвала сегодня, они великолепно сочетаются друг с другом. И я рекомендую вот пробовать и экспериментировать вот в этом направлении. Тогда можно получить интересные сочетания и очень актуальные. В 2016 год рекомендуется носить силуэт свободного силуэта. Эти наряды и платья очень хорошо смотрятся на любой фигуре, и при помощи аксессуаров, правильно подобранных, можно создать нужный силуэт. Таким замечательным аксессуаром на зиму 2016 года являются меховые шарфы. И причем их можно попробовать разных цветов. Это будет смотреться очень актуально. В то же время 2016 год оставляет за собой право на моду 70-х годов. Это водолазки, что все-таки очень хорошо зимой, однотонные с принтом, замшевые юбки и жилетки или изделия с бахромой замшевые. В то же время сохраняется вот этот вот стиль оверсайз, пальто. Оверсайз, например, какие-то куртки, пиджаки, они очень хорошо смотрятся. Очень актуальным в 2016 году являются юбки или платья длины миди. Это тоже очень достаточно удобный вариант. В то же время и новый есть такой тренд. Это крупные объемные рукава на пальто и свитерах и джемперах. Так что вот фонарики могут быть не только на уровне плеч, но и более ниже. Как буфы. Да, как буфы, и создается такой интересный объем. Да. Это смотрится очень хорошо. Какие ткани будут популярны в 2016 году? Вы знаете, такой вот пик популярности приобрели ткани, как велюр и бархат. Бархат смотрится великолепно, торжественно, вот во всех нарядах он представлен, во всех и во многих коллекциях. Это и платья, и жакеты, и брюки, и даже комбинезоны бархатные смотрятся очень интересно, актуально. И такой бархат, он приобрел уже новое звучание в сегодняшнем моде. В то же время этот вид, он тоже очень хорошо смотрится. Я бы рекомендовала его сочетать с кожей. Получается тоже интересное сочетание. И, кстати, по поводу бархата хотела сказать, обратить внимание наших телезрителей, что мы в Узбекистане имеем такую великолепную возможность использовать ткани, такие как алобахмаль. Сейчас это очень актуально, является трендом. Поэтому кроме бархата и велюра вы можете использовать алобахмаль в своих изделиях. Возможно, это полностью или в каких-то деталях. Тем более он очень такой красочный, это натуральный, яркий. Да, натуральные наши сочные краски, конечно. Да, это очень важно. Спасибо большое за такую интересную беседу. Ну, а наши телезрительницы, я думаю, что это все взяли на вооружение и в новом году будут прекрасными, изумительными. И в 2016 году обязательно примут на вооружение вот такие советы и будут стильными и красивыми. Ну, а теперь вместе с вами, наверное, посмотрим, какой образ новогодний предлагают наши стилисты-визажисты.